Слуга из журнала «Трах», эфирный погромщик Олег Бочаров. В своей рубрике «Сумерки человечества» я продолжу промывание мозгов, начавшееся 3 недели тому назад. Вашим ушам предстоит насладиться смакованием 2-го выпуска многосерийного лечебно-оздоровительного сериала об истории стилей хардкор и грайндкор. В прошлый раз речь шла о группах Misfits, DRI и Suicidal Tendencies. Теперь еще вы услышите банды, благодаря которым хардкор вырвался из сырых подвалов и гаражей, да что называется, пошел в народ. Звучала песня «Kill Yourself» – «Убей себя» в исполнении нью-йоркского коллектива «Stormtroopers of Death» – «Штурмовики смерти». Сокращенно читается «SOD», что дословно, кстати, переводится как «гомик». Группа эта явилась на свет Божий в 1985 году, а породили ее 4 безалаберных музыканта – гитарист из группы «Anthrax» Скотт Йен, барабанщик Чарли Бенанте оттуда же, некий Дэнни Лилкер, который тоже гудел бас-гитарой на дебютном гиганте «Anthrax», и единственный посторонний, в меру упитанный, как говорил Карлсон, шалопай Билли Милана. Всего за 3 жарких и потных июльских дня они умудрились записать и смикшировать 22 хардкоровых песенки, и по недосмотру борцов за нравственную чистоту пластинка, названная «Speak English or Die», «Говори по-английски или умри», была издана фирмой Megaforce Records. Так был порожден мош, новое явление в хардкоровом жанре. We'll be right back.
вы ознакомились с песней «Пи Альфа Ню», и наша светская беседа о группе СОТ продолжается. По сути, сию затею можно было бы назвать русским словом «капустник». Замышлялся он как чисто студийный проект для пропаганды хардкора и моша. Мош в буквальном смысле значит скакание и орание под драйвовые ритмы. Но для штурмовиков мош – это нечто вроде образа мышления и существования. «Мы играем мош, пока не сдохнем. Мы играем мош, пока вы не угорите», поется в монументальном творении, озаглавленном «Милана Мош». Вдохновенная песня «Милана Мош» все той же группы СОД. Но не вся музыка с альбома «Speak English or Die» носит юмористический характер. Встречаются и злободневные произведения, побуждающие людей на борьбу с пошлостью, низостью и пустословием. Очень яркий пример – композиция «Anti-Procrastination Song», что переводится как «Песня протест против чрезмерной затянутости». Приготовьтесь ее слушать на счет три. Раз, два, три. Вот и вся песня «Anti-Procrastination Song». В ней осуждаются все те, кто любит плодить излишне длинные опусы. Альбом «Speak English or Die» достиг такого огромного успеха, что под нажимом прогрессивно настроенной общественности группе СОТ пришлось совершить одну гастрольную поездку. После нее на черный рынок было выброшено даже несколько концертных пиратских пластинок. Затем ребята разошлись по своим делам. Чарли и Скотт потопали записывать второй гигант «Антракс», Дэнни наконец-то собрал свою банду «Nuclear Assault», ну а Билли решил целиком посвятить себя избиению баклуш. В это время написанные ими песни потихоньку вползали в разряд металлической классики. Несомненно,
Это одна из лучших вещей группы СОТ. Называется она «Pre-Menstrual Princess Blues» – «Блюз принцессы накануне течки». Кстати, летом этого года СОТ снова собрались вместе в старом составе и отгромыхали несколько чумовых сейшенов, на которых пели старые вещи, новые, а также безбожно коверкали вещи из репертуара группы «Нирвана». Но пока еще трудно сказать, когда они соберутся писать новый альбом. Так что давайте послушаем еще одну частушку 85-го года с крепким названием «Fuck the Middle East». Культурно его можно перевести примерно как «Имел я Ближний Восток». Ниже следующая композиция изобличает всяких там египтян, израильтян и сирийцев, распознавая в них источник всех бед нашей цивилизации. «Fuck the Middle East» пропели сейчас ребятишки из группы СОТ. Заканчивая рассказик о ней, я похвастаю, что недавно мне посчастливилось приобрести уникальнейшее американское переиздание альбома «Speak English or Die». И на нем, к неподдельному своему изумлению, обнаружил я доселе невиданную и неслыханную мной и никем другим песню «Ram It Up», которая ранее не была опубликована. Ее-то мы сейчас и заслушаем. Звучала песня «Ram It Up» группы СОТ, а рубрика «Сумерки человечества» передачи «Погром в эфире» предлагает вам следующее лекарство из хардкоровой аптечки. Вокалист Билли Милана через 2 года после того, как он покинул СОТ, вознамерился собрать новую команду, ибо жаждал он продолжить славное дело Моша. Где-то нарыл он 4 панков-отщепенцев. Их звали Кен Баллоун, Кейт Дэвис и Тим Макмуртрия. С ними он накатал 26 песен, и с помощью Скотта Йена, все того же гитариста Антракс, он издал их. Скотт Йен был продюсером, также им помогал Алекс Периалос, также знаменитейший продюсер, который выпускал практически все пластинки Антракса, Нуклеар Ассолта, а также Сода. В 87 году почтенная публика смогла купить в магазине альбом, который звался «USA for Mod». На его обложке красовался все тот же персонаж, черепушка, сигареты в зубах, который был на конверте пластинки «Speak English or Die». А сама новая банда носила имя «Method of Destruction» — «Метод разрушения». Сокращенно звучит как «мод», что дословно значит «стиляга». Но не простой стиляга. Моды — это были такие стиляги, которые считали себя крутыми панками, но их никто не признавал. В концептуальном плане сама группа «Мод» представляла собой интенсификацию ереси а-ля СОТ. Bubble butt.
Песня «Bubble Butt» — «Надутая задница» — грохотала только что. Взята она с диска USA for Mod группы Mod. Но далеко не все вещи с этого альбома носили столь забавную смысловую нагрузку. Были песни и про мандюков-убийц, но однако большую часть пластинки Билли Милана посвятил поливанию грязи всех, кого попало. Чернокожие очень обиделись на высказывание типа «Пусть они подохнут с голоду, тогда я смогу дышать их воздухом». Досталось на орехи эмигрантам, безработным и даже гомосексуалистам. Из песни «Спид» недвусмысленно следовало, что если голубые загибаются от спида, то так им, дескать, и надо. И спид вообще — это божья кара. Is from God, for he sees something wrong in his eyes. Italy, flick it, that's it. A-I-D-S. 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 That's what you get for having a penis up your ass. That's what you get when you swallow another man's food. How do you find love? Вы слышали композицию AIDS, табиш Speed, в исполнении группы Mod. Любопытна расшифровка аббревиатуры AIDS словами Билли Милано. Anally Inflicted Death Sentence – анально внедренный смертельный приговор. Альбом USA for Mod был полностью разгромлен европейской критикой, которая по невежеству прилепила к группе ярлык профашистской команды. Билли Милано бросился разъяснять, что его неправильно поняли, но было поздно, и гастроли Мод по Европе оказались сорванными. Однако первые гастроли все-таки состоялись, но много позже из группы Коронер. Они явно прошли очень неудачно. В Америке же популярность Билли Милана росла не по дням, а по часам, потихоньку добираясь и до нашего Люда. Для СНГшных фанатов Мод я подготовил маленький сюрприз – запись очень редких двух песен 87-го года, которые изданы лишь совсем недавно на компакт-диске USA for Mod американского издания. Обе вещи сыграны без перерыва, и поэтому будут сейчас проиграны вместе. All you got is all you need. Time to think, it's time to play.
прозвучали песни Confusion и Your Exit с компакт-диска USA for Mod. После того, как гастроли Mod в Европе обломались, группу покинули все члены, кроме самого Билли Милана. Он нашел троих единомышленников – Луи Свитка из группы Зотроп, Джона Монте и Тима Малларя. Этой четверкой были выпущены еще два гиганта – Surfing Mod 88 года, целиком посвященные пляжно-акульей тематике, и Gross Misconduct 89-го. А после чего Джон и Луи ушли в группу Mindfunk играть вместе с бывшим барабанщиком из Celtic Frost. А Мод прекратил свое существование. Напоследок данного рассказа прислушайтесь к песне «Мистер Уфус» с альбома Surfing Mod. За ней начнется повествование о банде Cryptic Slaughter. Рассказывается о неком инспекторе мистере Уфусе, который ходил по пляжу с дубинкой и житья не давал отдыхающей молодежи. Ну хватит о моде, подойдем к следующему номеру, героям сегодняшней передачи Cryptic Slaughter, таинственная резня. Четыре калифорнийских парня, Роб Николсон, Скотт Петерсон, Билл Крукс и гитарист Лес Иванс, собрали банду в 1984 году
и стали усиленно тусоваться на всех маломальски значительных сейшинах в Южных Штатах. Среди первых друзей криптиков значатся их коллеги из DRI, Вермахт, Спастик Блур и даже Чак Шульдинер вместе со своей смертью, табиш группой Death. Этим злым ребятам сильно повезло, ибо уже в 1986 году у них в кармане лежал контракт с крупной независимой фирмой Metal Blade Records, которая выпустила первое детище получасовой альбом Convicted, осужденный. Дебют оказался более чем успешным, и за ним Cryptic Slaughter накатали еще два колеса – Money Talks и Stream of Consciousness. То, что вы слышали только что, является песней, как ни странно. А песню эту пела группа Cryptic Slaughter, а называется она Aggravated. Ну а взята она с диска Stream of Consciousness – «Поток сознания». Этот альбом записан группой Cryptic Slaughter в 1988 году. Группе очень захотелось иметь эдакий подвальный такой гаражный пункерский звук, и поэтому пластинку записали живьем, тоже наверняка в каком-нибудь подвале. Звук получился на резкость противный и придающий музыке особое очарование.